Зачем тебе говорить, как есть? Мне очень стыдно за эту слабость. Ты с недостатками мне нравишься весь. Моя первая загуда и радость. Стой, 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 мне снились твои черты. Пой, 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 мужчина моей мечты. У нас с тобой не получится такая жизнь. Ну а пока дрожит, ты полюби меня пьяную, пьяную. Мне лишь тогда хватает силы, я говорю. Не отвози домой, сама доеду, докурю. Боюсь влюбиться, ну а вдруг я уже люблю. Ты полюби меня пьяную, пьяную. Мне лишь тогда хватает силы, я говорю. Не отвози домой, сама доеду, докурю. Боюсь влюбиться, но по-моему уже люблю. Тебе мой нравится рваный стиль, а мне по кайфу так твоя свобода, твой экстрим. Перелюблю остальных, а теперь буду лишь с ним. У всех ты макияны, а у нас уже штиль. Будет, 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 но я никогда не скажу тебе прямо. Люди, 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 хочу, но сопротивляюсь упрямо. Просыпаюсь, обновляю в WhatsApp, но нет. Значит, вино куплет. Ты полюби меня, ты полюби меня пьяную, пьяную. Мне лишь тогда хватает силы, я говорю. Не отвози домой, сама доеду, докурю. Боюсь влюбиться, ну а вдруг я уже люблю. Ты полюби меня пьяную, пьяную. Мне лишь тогда хватает силы, я говорю. Не отвози домой, сама доеду, докурю. Боюсь влюбиться, но по-моему уже люблю. У меня есть ощущение, как будто на концерт съездила. Слушай, ну вот публика, смотри, и все девчонки, и все готовы, чтобы полюбили их пьяными. Прямо туда, все подпевают. Вообще песня про другое. Вообще про другое. Но почему-то запоминается именно это. Вот именно, только одно. Когда 20 раз одно и то же говорит. А мы сейчас о хорошем поговорим. Вообще, у нас в гостях очень умненькая девочка. И очень активное детство. Ну, это сейчас. А вообще было же очень творческое, очень активное, очень правильное детство. Кружки, танцы. Да. Да, подавала большие надежды, что так и вырастешь умненькая и хорошая. Но на самом деле я могу сказать, что у меня ни разу в жизни, ни одного периода жизни не было такого, чтобы я просто гуляла. То есть я как-то с детства везде ходила по всяким кружкам, по кружки, танцам факультативы, занималась. Да. С 15 лет я работаю, и так протекает моя жизнь, мне прекрасно. Может, и хорошо, что ты была занята все это время, нет? Я очень рада, и я всем советую всегда с детства занимать своих детей делами. Мне кажется, что это очень сильно помогает в будущем. А правда, что именно родители тебе в свое время говорили: хватит, не надо, брось, когда ты запела? Да, конечно. Но мне кажется, это нормальная реакция любого родителя, который живет не самой богатой жизнью и живет в Кривом Роге. А здесь неожиданно его ребенок начинает творить и мечтать, ну, как мне кажется, о большой сцене, да, и так далее. Когда родители понимают, что они не способны помочь в том направлении, в котором я хочу двигаться, у них начинаются комплексы, я не знаю, то есть они сами начинают испытывать страх. И лучше бросить. Да, конечно. А наших родителей не учили, типа, там, иди до конца, там, борись. Мне кажется, это мы уже выросли таким поколением. Иди до конца, борись, но это, знаешь, для этого там получить нужно образование и в нормальную профессию пойти. А чего хотели родители-то? Папа хотел, чтобы я была переводчиком, мама уже не помню, брат хотел, чтобы я была программистом. Всех обманула. Да, вообще. У всех свои планы на мою жизнь. Такой финт устроила, все в шоке. Ну, может, еще не поздно. Переводчиком, да? Переводчиком, да.
Слушай, а правда, ты говоришь, что никогда бы не запела, если бы не начала писать свои песни? Я говорю так, потому что я знаю, что я уже начала писать свои песни и потом запела, да? Мне кажется, поэтому могу сказать, скорее всего, я никогда бы не запела, если бы не начала писать это тогда. Просто поскольку я уже начала писать, я не могу сказать, как бы было, если бы было по-другому. К сожалению, мы ничего не можем изменить, но я счастлива, что я все-таки начала петь. Слушай, а ты песни только для себя пишешь или есть исполнители, для которых ты тоже пишешь песни? У меня есть пару треков, которые я писала не для себя. Даже не так, я их написала для себя, но по итогу они достались просто другим артистам. Выпросили у меня. Слушай, а сколько уже можно сейчас сказать, если ты как-то ведешь эту статистику, сколько у тебя в принципе песен, которые, знаешь, у которых автор и исполнитель Мари Краймбрери? Ну, больше 1000 точно. Больше 1000? Нифига себе! Да. А уже записано сколько? То есть вот, ну, который... записанных, мне кажется, соточка есть. Я вот пытаюсь глазами выцепить. У, да все, можно сейчас. Запас еще до народной артистки России еще можно, да, петь? Мы только сегодня обсуждали, что тьфу-тьфу-тьфу, конечно, но у нас нет пока никаких таких стопов, чтобы мы не знали, там, какую следующую песню выпустить. А мы знаем, какая песня будет прямо сейчас? Я бы очень сильно хотела спеть песню. Давай 826. Подожди, соточка пока. Точно, и она называется «Я хотела твою фамилию». Чё ж вы встаёте? Мне ж неудобно. Привет, но ты не подумай. Нет, я не об этом. Мне просто лишь бы не лечь, но лучше куплет за куплетом. Я так ненавижу Юль из-за прошлого лета. Точнее, восьмое, точнее, уже больше некуда. Мне все говорили, что в мире такого, как ты, не найду я. Но я ненавидя кричала в ответ им, зачем меня дурят. Если бы не роковая одна или после иначе, я точно не знала, зачем и почему люди плачут. Я хотела твою фамилию. Я примеряла ее, она идеально подходила к моему имени. Прости, что я молчу. Я хочу твою фамилию. Ты же знаешь, что она идеально подходит к моему имени. Ты прости, что я молчу. Мы не идеальная пара, но мы на зависть, ты знаешь. И я понимаю, почему ты меня не понимаешь. Ты знаешь, а я с того дня уже никого не целую. Но чтобы тебе было легче, притворюсь, что не ревную. Я знаю, что то, что ты знаешь, это все мерзкие слухи. Я знаю, кто это придумал, знаю, на ком твои руки. Я знаю, что только со мной была бы счастливая семья. Но ты сейчас едешь в машине, а справа не я. Я хотела твою фамилию. Yeah.
везде, что я хочу. Фамилия Краймбрери, имя Марии. Да, я понимаю девушку, которая страдает с такой фамилией. Да все, смотри, весело. Потому что в паспортном столе... Я страдала по другой, если что. Как Краймбрери? Крайм что? Крайм что? Крайм брюле? А ты карамболь? И все эти девушки продолжат свой концерт на Авторадио буквально через 3 минуты. Только высокопрофессиональные ведущие могут легко и непринужденно с блеском в эфире выговорить эту фамилию. Мари Краймбрери! Еще раз приветствуем здесь. Для тех, кто наблюдает нашу видеотрансляцию, во-первых, видит, что у нас здесь студия очень весело, очень многолюдно. Во-вторых, видит то, что рядом с Мари появился еще один солист. Мужик, ура! Мужик, ура! Да, это главная новость. Вот, но ты пока как будто бы в секрете, пока в секрете. У нас сейчас еще пару вопросов Мари, а потом она сама тебя представит, Дим. Дима. Прости. Жаль, что мы с тобой не знакомы. Давай пока. Марин, почему ты долго отбрыкалась от продюсеров? Предлагаю что-нибудь неприличное? Нет, мне просто, когда со мной разговаривали продюсеры, я понимала всегда, что у нас абсолютно разное видение вообще, ну, дальнейших каких-то действий. А ты прям такая на старте деловая, ты уже все точно представляла себе. А я вообще наоборот без делового была, то есть я всегда на старте знала, что мне очень сильно нравится творить, и мне очень сильно нравится делать то, что я делаю. И когда я видела, когда меня пытаются выставить как коммерческий проект, мне это смущало, мне это не нравилось. И сейчас мне это делать не приходится, потому что я в прекраснейшем просто лейбле, в который я в офис приезжаю как к себе домой, реально пью там кофеечек и дико кайфую от того, что мы творим и создаем новое, то а не от того, что я приезжаю на работу. Лейбл не ломает, да, получается? Наоборот, только поддерживает. И я говорю, у меня нет ощущения работы, то есть ни на концертах, ни в офисе, нигде. У меня есть полное ощущение, что если я борюсь за какую-то песню, мне даже бороться за нее не приходится. То есть я просто говорю, блин, я очень сильно сейчас вот это вот хочу. И мне говорят, давай, конечно, пробовать, давай, конечно, делать. Один раз она сказала, я очень хочу с Карташовым спеть. Ну, очень хочу. Да, я так и сказала. Вы не поверите. Потому что... Вот, пожалуйста. Меня все еще здесь нет, правильно? Есть. Уже появился. Потому что мы записали дуэт с другим артистом. Он должен был выходить. И тут мы резко с Димой сделали эту работу. При том, что мы как-то не делились демками абсолютно в лейбле. И я пришла, подговорила весь лейбл, пока не приехала Алена, чтобы они выучили слова припева. И на случай, если Алена скажет нет, чтобы открыла дверь, весь лейбл, да, зашел такой, ну, ты моя золото. И вот так вот делали, тогда мы точно ее убедили. Но, кстати, не пришлось доходить до этой стадии, она сразу сказала да. Итак, давайте представляйте свою совместную песню вместе с Димой Карташовым. Ну что, как рэперы? Карташов! И Краймбрери! Реально встают. Мне аж не было. Я на тебя, злой так, злой так. Хоть ты моё золото, золото. Тут без тебя всё не так, всё не так. На пару мин ко мне залетай, просто так. Все есть, но я одна гуляю по лофту, напевая те мотивы, что мы слушали в машине. Прости за эти башни, что срывала на вершине. Ты меня не ревнуй, никогда со мной не дружи. Я курю твой поцелуй, обвиняю себя во лжи. Твоя мелкая дикая стена, я танцую на бинтах. Как надумаешь увести меня, присылай наш знак. Я на тебя злой так, злой так. Хоть ты моё золото, золото. Тут без тебя все не так, все не так. На пару мин ко мне залетай, просто так. Я на тебя злой так, злой так. Хоть ты моё золото, золото. Тут без тебя все не так, все не так. Пока тебя ждал, скажи, где тебя носил.
кровавый закат встречала и проводила, пока я тебя терял. Скажи, с кем ты находилась? Ой, находка ты моя. Спасибо, что извинилась. Я все знаю, ты не беси. Ответами изворотливыми ты не беси. Я знаю, мне все сказали они, твои глаза. Правда вся я любил, это у них не надо зла. Ты рядом, мне осталось обид. Я на тебя злой так, злой так. Хоть ты моё золото, золото. Тут без тебя все не так, все не так. На пару мин ко мне залетай, просто так. Золотой дуэт Дима Карташов, Мария Краймбрери. Горько! Вкусно! Вкусно и ярко. Слышно, немного о грядущих планах. Скоро премия Муз-ТВ. Мария, ты номинирована. Прорыв года. Рассказывай, призывай, приглашай. Я никого не призывать не умею вообще. Мне кажется, у меня все очень впервые. Плохо с самооценкой. Ребятки, голосуйте просто за тех, за кого вы сами считаете нужным. Мы номинированы в этом году в прорыве года, и правда, это безумно круто, это безумно классно. Но то, что мы номинированы, это уже охренительный показатель. Я только напомню, что сама премия Муз-ТВ состоится 7 июня в Мегаспорте. Там, собственно говоря, все и решится. Желаем удачи. Я думаю, те девчонки, которые находятся здесь, я думаю, уже раз по 5 проголосовали там. Я все не устану повторять, где остальные? Ну, с остальными увидимся в ближайших концертах. Ну, а сейчас, я думаю, и у нас можно продолжить концерт. Какая будет очередная песня? Я бы хотела спеть на тату. Я буду танцевать у камеры. А бэчить не будешь? Я, пожалуй, встану все-таки. Че, поехали? Да. Поехали. Я вернусь. Полчаса ты в порванной куртке на руках. Пульсирует, будто мы в облаках. Разбитыми бокалами спроси, изменяла ли. И правду в глазах лови. Чтобы ты приехал, хорошо! Расскажи, почему до сих пор от меня не ушел. Умоляю, лишь не говори мне, что им говорил, обижали с глаз. Я хочу знать, что так, как у нас в твоей жизни было один лишь раз. Я люблю тебя, как в самых попсовых мотивах, в самых зачитанных книгах, а не в YouTube. Теперь одна на тату. Я тебя, как в самых попсовых мотивах, в самых зачитанных книгах, а не в YouTube. Я веду тебя, как клятвы на стенах в подъезде. Помнишь рисунки созвездий? Теперь одна на тату. На тату. Бармены и дворы, и, казалось бы, разные миры. Но вместе будто бы дети, позабыв социальные сети. Нам есть друг у друга спросить, что есть варианты, всегда что ответить. А ты приедешь сегодня ночью? Хорошо, без тебя не начну я точно свое шоу. Да умею любой, но быть нежной хочу только лично, не на показ. Если это не есть любовь, то в нее я верю последний раз. Я люблю тебя, как в самых попсовых мотивах, в самых зачитанных книгах, а не в YouTube. Я веду тебя, как клятвы на стене.
на тату, на тату. Спасибо. И это еще не все. Продолжение концерта через несколько минут. Вообще, она не любит, когда ее называют просто певица, поэтому на Авторадио продолжается концерт автора и исполнителя собственных песен Марии Краймбрери. Пока ты говорила, что я не люблю, когда меня называют певицей, я присидела приблизительно вот так вот, изображала робота. То есть она еще и танцор? Она изначально, изначально танцор. Возможно, даже лучше, чем певица. Да. Могла бы быть. Не пались. Не пались. Кстати, об этом. У тебя же нет музыкального образования. Скажи мне, пожалуйста, как ты пишешь песни? Вот этот технический, технологический даже процесс. Как ты музыкантам объясняешь, что нужно сделать из того, что ты придумала? Вот именно вот как ты сейчас. Вот так, да? Да, вот так. Вот я говорю, ну послушай, ну вот этот же звук. Они понимают, не поверишь. То есть у тебя ни музыкальных инструментов, ни музыкальной грамоты? Нет, и более того, я не знаю даже наименование там гам, типа и так далее. Но я играю на клавишах и сама пишу треки свои изначально под клавиши в основном. Моцарт точно так же сочинял, на самом деле. Ему вообще нот не нужны. Но он читать тогда, сравнение. Читать тогда и не умел. Ну вообще, как ты планируешь восполнить этот пробел? Или, в принципе, с учетом... Ну я же пыталась, но как-то все не получалось. На самом деле, мне кажется, что... Я беру немножечко не прям вокальными данными, я, ну, немного про другое, мне все это нравится. Для того, чтобы писать музыку, которая мне нравится, и за слова, в которые я готова отвечать, мне для этого не нужно ходить в институт и учиться. Смелое заявление, которое... Потому что самородок. И вот этот самородок уже... Ну, пару слов о грядущих планах. Значит, где искать, встречать, куда идти, ехать. Сочи с 16 по 18 августа пройдет ежегодный музыкальный фестиваль Live Fest. Соответственно, там Мария будет. Ну и, пожалуй, самое главное событие этого года — ноябрь. Большие сольные концерты Марии Краймбрери. 3 ноября, 14 ноября. Москва и Питер. Название программы просто прелесть. «Мелкая здесь». Очень милая ирония по отношению к собственной миниатюрности. Вполне себе верная заявка о том, что мал золотник да дорого, и что все это всерьез и надолго. Получается, что так. Приходите, посмотрите. Проверьте, да? Уже убедитесь. Да. Ну а пока «Мелкая» здесь, на Авторадио. И у нас еще одна песня. Последняя. «Мелкая» на Авторадио. «Аморе». Сильные волны, громкие люди, ныряем за золотом, тонем в прелюдиях. Море предательски, с дьявольским опытом, на обстоятельства орёт в ответ. Мы не одни такие, здесь сидим у берега. Вот тебе моя лавстори, вот тебе моя тоска. Вот тебе моя одежда, вот тебе мои ключи. Только-только замолчи. Уезжаешь не спать, уезжаешь пусть. А море, море, помни все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море, я остаюсь. Уезжаешь не спать, уезжаешь пусть. А море, море, помни все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море, ли твоя девочка, кого она любит, и сколько еще праздников с тобой отмечать будет, а сколько еще поломанных судеб на этом берегу, сколько людей, которые любят друг друга, но не берегут, наперекур в мир эгоистов иду, сгоняю на пару недель туристам и вернусь на волны бурные, где нецензурные брошенные ветер, потушенная сигарет. Уезжаешь не спать, уезжаешь и пусть. А море, море, помни все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море, я остаюсь. Уезжаешь не спать, уезжаешь и пусть. А море, море, помни все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море,
уезжающий пусть. А в море, море, помни все наизусть. Разучусь целовать, и когда ты вернусь, сказать, что море, море.